Для вас очень печальная новость. Сейчас со своим артистом, с Вальком. Просто так шутили, разговаривали. Или услышали, шутка шутками, но все-таки провериться бы стоило на интимные какие-то болячки. Ну, решили мы доехать в нейрологическую больницу, где Валентин успешно прошел тест. И тест оказался положительным. У него есть трипер. А кроме с Рапунцель он уже 2 месяца ни с кем не спит. Поэтому, ребят, очень печально, но это так. Рапунцель... Разносчица всякой гадости. Это очень вообще жесть. Поэтому, ребят, пишите все Хайди в директ. Сюда пишите в директ. Хайди все видит, все читает. Поэтому, ребят, добавлю следующее. Будьте аккуратны со своими как бы интимными частями, запчастями.